увеличивается количество граждански активных верующих людей. Не только экспертное сообщество, не только активные публицисты, которые пишут о религии, но общество в целом потихонечку начинает понимать, что верующий человек – это не только человек, который молится или рассуждает о Боге, это человек, который живет активной гражданской жизнью, это не обязательно священнослужитель или монах, или монахиня, это и политик, и спортсмен, и писатель, и художник, и военный, кто угодно еще. Это человек, который, как мирянин, живет в той или иной сфере жизни государства и работает в этой сфере, в той или иной сфере жизни общества, и работает в этой сфере, и при этом старается в своей профессиональной или творческой или иной деятельности, в своей мысли отражать те нравственные ценности, которые связаны с его верой. Нельзя не жить по вере, а жить по вере означает действовать согласно твоей вере, там, где ты работаешь, в той сфере, которая тебе наиболее близка в силу тех или иных причин. Так что, конечно, верующие люди – это и люди, мыслящие о политике, это и избиратели, это люди, которые входят в руководство партии, это и люди, которые выдвигают себя в качестве кандидатов на те или иные должности. Вот что сегодня сказал, поздравляя господина Путина, святейший патриарх. Мощная поддержка, оказанная вам большинством российских избирателей, среди которых архиереи, пастыри и многие верные чада Русской Православной Церкви, вновь засвидетельствовала отношение к вам как к национальному лидеру. И было сказано также следующее. Большую роль в вашем нынешнем успехе сыграло представленное вами видение будущего страны, путей разрешения проблем, стоящих перед ней в непростом современном мире. Ну и сказано о том, что церковь надеется на взаимодействие с государством ради утверждения истинных духовных и нравственных идеалов, неизменных, я подчеркиваю слово, неизменных ценностей, на которых веками строилась Россия, справедливости, милосердия, честности, совестливостью, любви к родине и к ближнему, готовность служить им своими трудами. Это не пустые слова, это слова, которые говорят о том, что у верующих людей есть определенные пожелания к политикам. Мы не готовы безоговорочно, просто за красивые глаза поддерживать все, что делает один политик, или осуждать все, что делает другой политик. И, конечно, среди верующих людей есть разные политические предпочтения. Церковь открыта для всех. Нужно в очередной раз понимать всем, кто входит в нашу политическую элиту, что церковь будет общаться с самыми разными партиями, с самыми разными слоями нашего общества, в том числе критически настроенными, и с иностранными посольствами, и с народами, которые составляют нашу церковь практически не в меньшей степени, чем российский народ, но который находится за пределами России, это и украинцы, и белорусы, и молдаване, и многие другие жители стран Центральной Азии. Вот при всей этой многонациональности и многоликости нашей церкви мы все-таки стараемся при этом говорить о том, что очень важен мир между всеми этими людьми, как на всем пространстве исторической Руси, так и, собственно, в России, где мы сейчас живем, и где гражданский мир очень важен. Сейчас, между прочим, спрашивают, будет ли что-то ужасное сегодняшним вечером. Я хотел бы надеяться, что нет. Люди бесспорно имеют право на мирное выражение любых мнений, на то, чтобы спорить с властью, на то, чтобы спорить друг с другом. Но я боюсь, что особая личная ответственность сегодня может лежать на тех, кто сегодня вечером или когда-либо еще призовет к незаконным и насильственным действиям. Вот этого нужно сегодня нам не допустить. Очень важно, чтобы любые попытки призвать к насилию, к нарушению закона, к революции, к хаосу, за которым всегда следует диктатура, как мы прекрасно с вами знаем, любые вот такого рода попытки были осуждены всем обществом. Нужно уметь проигрывать, нужно уметь вести диалог с властью, пусть это критический диалог, но именно диалог нам нужен, а не революция и не хаос. Ну и я надеюсь, что как раз диалог между властью с одной стороны и всем нашим обществом с другой стороны, особенно с его корневыми крупными слоями, а это рядовая интеллигенция, это крестьянство, это рабочее, это казачество, это воинство, вот этот диалог
принимающий во внимание чаяния и чувства всех этих людей, у нас не ослабнет после выборов, а станет приобретать какие-то постоянно действующие взаимно ответственные формы. Диалог между властью и обществом не должен быть просто диалогом слушающего и говорящего. Это должен быть диалог людей, которые взаимно принимают во внимание позиции друг друга и вырабатывают новое решение, меняясь при этом. Я надеюсь, что такой диалог у нас развернется, и что прекрасный, отражающий волю народа итог выборов одновременно не станет поводом ни для какого триумфализма, а станет поводом для серьезной внутренней работы в рамках всего нашего общества и в рамках нашего государства. Легкими ближайшие годы не будут, и мы это прекрасно с вами знаем. Россию вряд ли оставят в покое те внешние силы, которые хотели бы ее подчинить сторонней воле. Ситуация в экономике, в социальной сфере и в стране, и в мире тоже не обещает быть безоблачной. И для того, чтобы имеющиеся проблемы разрешить, нужно действительно все время поддерживать механизмы обратной связи между властью и обществом. И эти механизмы должны быть не просто волюнтаристски построенными, а предполагающими ответственность всех перед всеми, общую ответственность за будущее страны.